Я начала жарить синенькие. У нас уже обед. Так, это еще осталось пожарить. Тут вермишельку достала. Короче, все попересыпала сюда. И тут тоже в баночке вот это все вермишель сюда пересыпалась. Под маккофе вот. И тут. Так, тут у нас вот это вот завтраки быстрого приготовления. Ну, короче, сварю вермишельку. Пожарим синенькие с майонезом. Пожарю потом окорочка, так как Саньке надо на тормозок. Вот. Сейчас Саша с Викой собираются идти на улицу. Наверное. Что, наверное? А Виктория, я думаю, уже забыла. Не, собирается, дочечка, собирается. Что там такое, дочь? У меня голова грязная с какого-то перепуга. Ну ты ж мыла ее вчера. А вон грязь, да, вижу. Куски. Кто, что? Собираются на почту еще тоже зайти. Саш, и мне этот масло купите, пожалуйста, оливковое. Ой, оливковое, подсолнечное. А то у меня заканчивается. Все нормально, Лянь, на голове, что ты? Ага, все, они у меня не укладывают. Все красиво там. Дуся, там ветер такой дует, а что оно у тебя сейчас будет на голове непонятно что даже. Вся я твоя вижу, укладка. Вся твоя укладка будет. Что? Вся твоя укладка будет до одного места. Он стоит в наушнике. Так. Угу. Александр. Ага, заправляешь, да? Умничка мой. Конечно. Молодец. Оскар там грустит. Грустит, грустит. Ой, на улице так хорошо, гляньте, вообще солнышко. Ну только опять же этот ветер, а когда он уже перестанет дуть? Ночью. Кактусы наши. Хорошо, когда кактусы, они не умирающие цветы. А тут Александр посадил еще 3 месяца назад. Что-то он посадил, до сих пор оно не вылезло. Я говорила, то бесполезно вообще просто. Нет, оно потом вылезет. Угу. Видишь. Ну, конечно. Викуся опять посылку заказала какую-то там, пойдут получать. В городе людей много. Да, Александр? Ходят? Поезда? Нет, люди. Люди? Да. Ну, на базаре много людей было? Да, хватало. Хватало, да. Ну, конечно, многие говорят, что очень много беженцев, так как ходят по городу и людей не узнают вообще. Так, у меня там сейчас баклажаны мои сгорят. Надо перевернуть. Ага, уже почти сгорели. Когда лето начинается, мы любим кабачки жарить так, и с майонезом, и с чесночком. А вот когда уже пришло время баклажан, мы тоже так делаем. Ну, сама как быстро, ну, правда, до такого состояния не надо их дожаривать. Это просто я чуть-чуть проморгала, как можно так сказать. Вот. А потом пойду попылесосю, а Вика полы помоет, придет. Ну, а потом не знаю тоже, что его делать. Найдем, короче, какое-то занятие. А еще мы любим по вечерам с семьей собираться и находим какой-то фильм интересный, новый, который вышел недавно там. Ну, какую-то фантастику, либо там вот это трансформеры там смотрим иногда. Тоже всей семьей. А иногда какие-то комедии, какие-то мультики даже. Как говорят. А?
Карты? Сказки. А, сказки, господи. А мне слышатся карты, Вика подсказывает мне. Сказки всякие, да, смотрим. Вообще, ну, проводим вот так вот вечера. Чесноком, да, будешь мазать? Да, потом чесноком. А есть турмаз? Да, я брала. И майонез есть. Ну, так что... Вот так и живем. Правда, никуда не поедешь сейчас. А так, могли бы куда-то и поехать. Что-то посмотреть. Но, увы. С такой обстановкой, конечно, никуда не поедешь. Хотя у нас люди ездят. И на моря ездят. Кто боится, кто не боится. Ну, у каждого свои планы, у каждого свои, короче, проблемы. Вот так. А мы, для нас пройтись по городу, просто прогуляться, и то уже хорошо. Вика наконец-то собралась, папа дождался ее. Ну, все отлично. Все хорошо. Пакетик не будете брать? Там надо, наверное, взять. О, Оскар, ты тоже гулять идешь, да? Идешь гулять? Ну, уже второй раз. А еще и вечером пойдешь гулять. Третий раз. Нюхать, нюхать. Твое? Твоя одежда. Пойдем. Вы еще в банкомат, да? Ну, да. Ага. Понятно. Боже, вот скажи, что не понимает, да, собачка? Собачка наша. Все он понимает. А там не холодно, Саш? Поняла? А у меня нет штанов. Ну, давайте, все, недолго. А там как получится. На новой... Потому что на новой почте обычно очередь. Люди отправляют посылки свои. Ну, вещи, короче, все такое. Даже с других недалеко находящихся городов, сел приезжают к нам, чтобы отправить посылки, потому что очень много людей. Вот мы проезжали мимо других новых почт. Там такие очередя. Это просто никогда таких не было. Ну, люди уезжают, переезжают. Ну, не все. Не все. Это какой-то там... Ну, 2-3% это... Вот так скажем. Скажем так... Ну, по моему... представлению или мнению как-то, что вроде так. Так, ну все, я дожарила сейчас, выдавила майонезика, туда сейчас чесночок и буду перемазывать. Я тут поставила, буду варить сейчас макарошки. Так, пока Вики, Саши нету и Оскара, хочу попылесосить. Боже, что только нету. У вас тоже так в кладовках? Что только не лежит. Это капец. Вот оставила. Санька дарил мне цветочки. Оставила вот эти корзиночки. Для чего они мне нужны? Не знаю. На всякий случай. На какой всякий случай? Бог его знает. Да... Коробок полно, сумки висят.
Да отдай ты кому-нибудь или выкинь. Нет, на всякий случай. Спортом заниматься. Сапоги тоже. Тут протекают зимние сапоги. Чё я их не выкину? Ой, короче, оно, наверное, у многих так. Ой, старенький наш пылесосик. Новенький-то наш на даче там, так как мы там жили. Сейчас быстренько хочу попылесосить. Да, длинной ручки нету, конечно, неудобно. Надо нагнутой пылесосить. Ну ничего, сейчас вот эту вот игрушку Оскара сюда кину. Это сюда, это туда. Уже и так каждый день. Как начинаешь все прибирать, то вещи, то еще что-нибудь. Так, еще хочу потом пыль протереть. А может, Вика придет, протрет пыль. Ой, коврик тоже занималась спортом. Сейчас вообще что-то я обленилась, я не знаю. Как-то надо опять себя взять в руки и хоть что-то сделать. Так, тут надо утюг на место. Ладно, одной рукой неудобно. Сейчас, короче, попылесосю. И тогда уже буду тоже прибираться. Сейчас включу. Пришли мои дорогие родственники. Ой, как у тебя на голове красиво. Что-то опять накупляли там. Тебе ничего не купили. Бог ты мой. Чё ты на него так? Он не успел выйти, ты уже на него накричала уже. Пошли на кухню. Я тебе говорю, там тебе ничего и что? Нет. Ну, ему интересно посмотреть, чего мне ты. Мне интересно. Все? Да. Это моя посуда. Ну, пошли. Че так вот вздыхать, это еще что-то.
А подписчики говорят, мы хорошая семья. Ну, так хорошо. Оливье купили, сыра купили. Пальцы болят. Тесто купили. И сосисок. Это что будет? Я не знаю, как это называется. Ну, просто расскажи. Ну, это будет сосиски в тесте с яйцом и сыром. Угу. Что-то папа нашел, захотел, а нам делать теперь. Не. Понятно. Не, я шучу. Так, я тут уже баклажаны перемазала. Нам повезло. Мы домой приехали. От клуба. Да, и кто вас подобрал? Да я, Коля. Пошли, показывай, что там ты опять назаказывала. Все, и что-то мало, что-то заказывает, заказывает. Я заказала только самое нужное. Ну, понятно, у тебя все. У тебя все самое нужное, как всегда. У меня одна штука, там мне Ксения посоветовала, и вообще про запас. И не надо мне за нее ничего говорить, только пожалуйста. Абсолютно ничего не говорю. И не надо возмущаться. Я не возмущаюсь. Можно как-то спокойно. Ресницы. Ну, это вместо пучков. Хорошо. Их я могу много раз использовать. Это Дейзи куда-то, что Ксения посоветовала. И вот эти вот штуки. Боже, ну положи. Это скраб для тела и крем. Понятно. Нормально. Ксения же разбирается в запахах. Она ж нюхает все постоянно. Это у нее подружка работает в Еве. И она посоветовала Вике вот это взять, да? Да. Понятно. Что за французская какая-то штука? Наверное, как я понимаю. Все. А папу где ты потеряла? Папа пошел с Оскаром прогуляться. Мы же не догулялись еще с ним. Понятно. А денежку сняли? Были деньги в банкомате? В Привате, по-моему, ничего нету. А в этот... В Ощаде? Пришли, там людей куча. Мы спросили, кто крайний. Денег нет в банкомате. И все начали расходиться. Угу. Понятно. И то, там одна девочка была... с собакой на руках, с мопсом. Uh-huh. А одни придурки, блин, с у такой собакой черной. Что? Ну. No. С у такой собакой черной. И она без поводка. Еще ей так интересен Оскар наш был. Хорошо, что они ее держали. Так они на машине приехали, нафига ее брать с собой? Ну, захотелось им. На ты же зачем-то взяла Оскара с собой. Ну так мы-то с поводком, а она без поводка. Он ее еле как этот удерживал за ошейник. Понятно. Ладно, я начала уже пылесосить тут убираться этот. Угу. Тут я попылесосила, осталось еще остальные комнаты. Едой пахнет. Пельменями где-то там пахнет. О, Господи, у нас вон лежат пельмени. Это папины. Что это папины? Не знаю, ты сказала, что папины. Да нет, я вчера все сварила, так что. Не, я вчера тоже ела. Ой, лянь, красота вообще. Так, ну давай, да пока нет. Оскара нету. Да хотя мы уже и с Оскаром. Угу. Что? Ну, пылесосить и мыть полы. Он как бы нам и не мешает. Так, ну все. Надо полы помыть, а потом ты будешь готовить это сосиски, да, вот в тесте с сыром. Ну хорошо. Так, папа наш пускай отдыхает, а мы с Викуськой будем дальше продолжать убирать квартиру. Так как мы дня два назад приехали сюда. И до сих пор, конечно, еще не убрались. Не было, конечно, желания. Но тут желание появилось.
так как делать нечего. Я сейчас пыль повытираю. Тут вот телевизор. Под телевизором. Уверен, я в 5 милях от дома. Вот. Викуся крутой шваброй моет полы, да, дочь? Да, стой. Удобно ей мыть? Ну, а чую тебя. А, она в наушниках. Шо? Говорю, удобно мыть шваброй? Да. Да. Хорошая? А, короче, она не слышит. Чудо. А я тут повытираю пыль. Папа тут у нас слушает и смотрит фильм. Да, папа? Так, тут повытираем, тут. Да. Утюг все-таки я никуда не дела. Ой, Боже. Стоит он у меня до сих пор запечатанный. Так что. Сейчас все повытираем. Тут дочь вот моет полы. Обалденная швабра. Мне вообще нравится. Класс. Сюда что-то когда и моет, да? Да. Что? Ничего. Что это на меня дрынзит? Точно, когда рыжий конопатый. Не. Мультики, точно. Только не рыжий, а у них конопушка. Наберешь мультик, рыжий конопатый. Я знаю, я его смотрела. Я когда песню знала, да. Что? Маму? Что это за справа? Песню. А маму? Так, тут надо вот это все повытирать. Ой. Наложено. Вот мне вот это вот не нравится, когда оно вот так вот наложено тут все. Не люблю, я вот уберу его. Что? Вот сюда. Дотя полы моет, а я тут топчусь, хожу. Так, все убрала, теперь можно вот спокойно вытирать. Тут тоже уже и паутины, и пыли тоже очень много. Ну так, мы тут недели три, наверное, не жили. Так. Тут подоконник тоже. Боже, Александр, ну ты че глухой? Ужас какой, а? То слышно, то не слышно. Вот так всегда, вот так как врубит вообще телевизор. Вот как у вас мужья смотрят телевизор? Гляньте, какая. Какая грязная подоконник. Я как-то не по-русски. Вот. Какая грязная подоконник. Ну, бывает такое, да. Заговариваюсь. Ужас. Короче, тут надо хорошенько постараться, повытирать. Да. Ну, я же говорю, 3 недели нас не было. Вот Оскар отдыхает уже. Так, ну сейчас дочечка помоет везде полы. Немножко отдохнем, а потом Викуся уже вечерком будет делать сосиски в тесте. Ну, я чуть-чуть полежу. Вот, ну я же говорю, немножко туда дальше отдохнем, и тогда можно делать. Можешь не спешить, так как кушать есть, что у нас. Вот. Еще мусор надо выкинуть. Вот. Так что. Такие дела.